Привет, друзья! Сейчас я вас научу, как выживать правильно в кризис, как искать добычу, добывать. Так вот, простым движением я поймал себе голубя, и я знаю теперь, что в кризис я выживу. Ну, мы выживем. Ты не знаю, как, может быть, и нет, а я выживу. Чего кушал сегодня на помойке сегодня? Ничего не ел, не тусил на помойке, не жрал помои. О, еще уже подходит братва. Учитесь, вместе со мной вы выживете не только в дикой природе, но и в городе, и где угодно. Благодаря моему каналу вы сможете выжить и добыть себе еду. В то время, когда все прутся в магазины, покупая гречку, я совершенно бесплатно добыл голубя. Вкусный, я знаю, вкусный ты, конечно, ты вкусный. В кризис мне нужно как-то выжить, да? Мне же нужно... И ты мои семечки поел? А кто мне семечки вернет, возместит мне ущерб? Ты же не хочешь мне возместить ущерб? Ты семечками ел, а я тоже кушать хочу.